Давно не было GTA 5. Всем привет, дорогие друзья, с вами Эдди. И сегодня мы посмотрим мод, который называется Гравипушка. И в роли нашей Гравипушки, как это бы странно ни звучало, будет электрошокер. Как это работает? Берем просто в руки наш шокер, подходим либо к человеку, либо к машине, прицеливаемся и зажимаем клавишу Е. И вот мы ее подобрали Гравипушкой и ЛКМ, просто ее откинуть. Давайте попробуем подобрать какую-то тачку. Вот, давай тебя, стопе. И, пожалуйста, вот так она отлетает. Очень прикольный мод. Данный мод идет аж из GTA San Andreas, кто помнит. Там был похожий мод, но в роли Гравипушки там была какая-то зеленая штучка. А здесь прям просто наш шокер. И можем также всех откидывать. Очень такой прикольный мод, на самом деле, чисто позабавиться. Но, на самом деле, я изначально думал то, что Гравипушка будет работать на всем оружии. То есть, какое бы мы ни взяли оружие, то есть, мы можем так делать. Но нет, это работает только с электрошокером. Плюс ко всему, мод легко очень установить. То есть, для его установки нужно просто его перекинуть в директорию GTA 5. И все, пожалуйста, все будет работать, друзья. Но при этом не забудьте поставить всякие там скрипт-хуки и тому подобное. Так что такой вот обзор Гравипушка для GTA 5. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и до новых встреч. Также не забывайте веселиться и, конечно же, ставить свои лайки и подписываться на канал. Впервые в жизни это сказал. Ну ладно, всем удачи, всем пока, be safe и до новых встреч. Адьос. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо этому человеку за первую подписку на Патреоне. Спасибо, Илья, это не может не радовать. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.